Эй, Рика, классная лодка. Ты готов? Да, Томми, тебе придется хорошенько пострелять. Моя лодка, она не выдержит много дыр, хорошо? Здесь кубинцы, на нас напали! Эй, Рика, классная лодка. Ты готов? Да, Томми, тебе придется хорошенько пострелять. Моя лодка, она не выдержит много дыр, хорошо? Здесь кубинцы, на нас напали!
Альберто! Эй, Рика! О-о! Здесь кубинцы! На нас напали! Thank you.
Эй, девчонки! Знаете, что я собираюсь делать? Сперва я убью гаитянца, а потом... А потом я займусь любовью, как мужик! Знаешь, красотка, примерно вот так! Какая мерзость! Чмо! Эй, детка! Я бы тебя и пальцем не тронул! Забей! Умберто Робино нравятся настоящие девушки, а не какие-то там козы в юбках! Томми! Томми! Я люблю тебя! Я люблю тебя! Пойдем! Да, можно я хотя бы кофе выпью? Нет времени на кофе! Кроме того, на мне уже есть кофе! Нам нужно разобраться с гаитянами! Томми, как убить змею? Нужно укусить ее за задницу! Как скажешь, Умберто. Томми, раздобудь небольшую гаитянскую тачку! Когда станешь, возвращайся и забери моего парня, Пепе! А потом отвези его к гаитянам! А потом поедешь на перерабатывающий завод гаитян! И используй их растворитель как взрывчатку! Бум! Пока! Умберто! А ты? Я пока останусь тут и пригляжу за кафе с папой. Он себя плоховато чувствует. Ну ты понял. Вот этого мне еще не хватало. Возможно, мне нужна была всего лишь клизма, но и она уже не за горами. Ты что, заблудился? Мужик, какое тут прекрасное место! Давай найдем наших ребят! Эй! Нам нужен автомобиль банды гаитян! Возможно, мне нужна была всего лишь клизма, но и она уже не за горами.
Ты что, заблудился? Мужик, какое тут прекрасное место! Давай найдем наших ребят! А знаешь, тут готовят классную пиццу. О, мужик, ты выглядишь как чокнутая сучка! Растворитель находится в здании завода, амиго. Вамос, это точно. Следуй за моими парнями. Итак, заезжаем. Я пойду установлю бомбу. Прикройте меня. Бежим! Эй, девчонки! Знаете, что я собираюсь? Этого мне еще не хватало. Возможно, мне нужна была всего лишь клизма, но и она уже не за горами. Мужик, какое тут прекрасное место! Да это же просто свалка, мужик! Ты что, заблудился? А знаешь, тут готовят классную пиццу.
Оу, мужик, ты водишь как чокнутая сучка! Давай найдем наших ребят! Hola, amigos! Растворитель находится в здании завода, амиго. Вамос, это точно. Следуй за моими парнями. Итак, заезжаем. Я пойду установлю бомбу. Прикройте меня. Хватало. Возможно, мне нужна была всего лишь клизма, но и она уже не за горами. Давай найдем наших ребят! Мужик, какое тут прекрасное место! Да это же просто свалка, мужик! Ты что, заблудился? А знаешь, тут готовят классную пиццу. Оу, мужик, ты водишь как чокнутая сучка! Растворитель находится в здании завода, амиго. Вамос, это точно. Следуй за моими парнями. Итак, заезжаем. Я пойду установлю бомбу. Прикройте меня.
Бежим! Девчонки, знаете, что я собираюсь делать? Сперва я убью гаитянца, а потом... Вот этого мне еще не хватало. Возможно, мне нужна была всего лишь клизма, но и она уже не за горами. Давай найдем наших ребят! Мужик, какое тут прекрасное место! Ты что, заблудился? Да это же просто свалка, мужик! А знаешь, тут готовят классную пиццу. Оу, мужик, ты водишь как чокнутая сучка! Hola, amigos! Растворитель находится в здании завода, амиго. Bueno, putas, muerte, vamos! Вамос, это точно. Следуй за моими парнями. Итак, заезжаем. Я пойду установлю бомбу. Прикройте меня.
Yell, little man, yell! This route 10-90 West, Little IT. This route 10-71 West. You son of a bitch! Respond to a 10-90 West, Little IT. Эй, девчонки! Вот этого мне еще не хватало. Возможно, мне нужна была всего лишь клизма, но и она уже не за горами. Мужик, какое тут прекрасное место! Давай найдем наших ребят! Ты чё, заблудился? Да это же просто свалка, мужик! А знаешь, тут готовят классную пиццу. О, мужик, ты водишь как чокнутая сучка! Hola, amigos! Растворитель находится в здании завода, амиго. Вамос, это точно. Следуй за моими парнями. Итак, заезжаем. Я пойду установлю бомбу. Прикройте меня. Бежим! You son of a bitch.
Это Умберто Робина. Эй, как там кафе? О, прекрасно. Потрясающе, Томми. Потрясающе. Никаких тряпок, Томми. Только настоящие мужики. И прекрасные женщины. В общем, я хочу сказать тебе, что для меня с папой... Для нас... Ты кубинец. Ты доказал это, мужик. У тебя большие яйца. Ну, спасибо тебе, Умберто. С тех пор, как я откинулся, мне такого еще никто не говорил. Увидимся.